Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Номер 100. Найдите 5%, 17%, 23% от метра, центнера, килограмма. Используем номер 99. Мы находили 1% от метра, центнера и килограмма. Итак, А. Вспомним еще раз. 1% метра у нас равен 1 сантиметру. Значит, 5% метра будет равен 5 сантиметрам. 17% от метра равняется 17 сантиметрам. И 23% от метра равняется 23 сантиметра. Б. Точно так же вспомним 99 номер. У нас 1% от 1 центнера равнялся 1 килограмму. Значит, 5% от центнера будет равняться 5 килограммов. 17% от центнера будет равняться 17 килограммам. И 23% от центнера будет равняться 23 килограммам. И В. Точно так же в 99-м мы выяснили, что 1% от килограмма равен 10 граммам. Значит, 5% от килограмма будет равняться 50 граммам. 17% от килограмма будет равняться 170 граммам. И 23% от килограмма будет равняться 230 граммам. Используя номер 99, мы сделали номер 100. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.